Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на нашем канале Our Life in Seattle. И сегодня мы находимся на пляже в Медане. Сегодня 19 июня, в районе 4 часов дня. Прекрасный день. Сейчас было солнышко, но оно зашло за тучку. Да, так что погода такая, не холодно, не жарко. Ну, довольно-таки приятно. И посмотрите, какой у нас сегодня представитель фауны. Опа! У нас здесь на камушках змейка греется. При том, что, вы знаете, я тут сама хотела на камушке погреться, но вот как-то в такой компании, наверное, греться раздумала. Да. Так что вот, как здесь сегодня интересно у нас. А в целом, конечно, очень много красивых цветов. Сейчас я вам покажу. Здесь всегда что-то цветет. Это вообще какой-то необыкновенный пляж, потому что он полон красок. Смотрите, вот тут даже пчелку удается мне заснять. Так, пойдемте дальше посмотрим. Вот тут разные какие-то такие красивые мелкие цветочки. Я даже не знаю, что какое у них название. Вот, также полевые цветочки. Это, по-моему, мышиный горошек. Здесь еще что-то вот цвести будет. Также здесь еще в центре есть клумба. Здесь уже пионы, правда, отцветают. Но тоже еще есть парочка красивых. Так что там наверху розы, сейчас я к ним подойду. Ах, какой у них аромат замечательный. Прямо на расстоянии. Пахнет этой красотой. Вот. Очень красивые. Внизу тоже еще кустик есть. А вот там вот справа белые розы. Здесь вот еще тоже очень красивая розочка. И рядом вот какие-то необычные такие цветочки. Так, мы вернулись к нашей змейке. Она пока еще на месте. Так что будьте осторожны, когда по камушкам ходите. Так что вот такого дружочка можете найти. Вот у меня сейчас только что ворона унесла пакетик кожуру от орехов, да, с скорлупками. Очень интересно, при том, что уже орешки все были съедены, но не знаю, видимо, ей, наверное, мешочек пригодится. И так она так бодренько весь мешочек так понесла. Да, так что всем отличного дня, всего доброго, пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, пожалуйста.